Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал AppleXpert, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же сделать калибровку вашей батареи на iPhone. Смотрите, есть два пути, как это сделать. Самый простой и первый способ был всегда это путем разряжения аккумулятора на 0, то есть зарядить его на 100%, разрядить на 0, опять зарядить на 100% и разрядить на 0. И так 2-3 раза делаете, и вам покажет реальную емкость вашего аккумулятора. Но, как правило, это займет от 1,5 до 2 дней. Зачем это делать, я не понимаю. Проще всего берете компьютер, ноутбук, скачиваете iTunes, обновляете до самой последней версии, если он уже у вас был, если вы только скачиваете, вы уже накатите новую версию, подключаете ваш телефон, даете все разрешения, доверие, вводите ваш Apple ID, делаете резервную копию и просто нажимаете «Восстановить». То есть с этой же резервной копии путем восстановления накатывается это iOS, она скачается также в iTunes, и все, вы переустановите телефон, и вам он откалибрует уже батарею по факту. Это займет намного быстрее, это займет 30-40 минут в зависимости от вашего интернета. Все просто, быстро, комфортно, качественно и безопасно. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Всем пока!